Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Олег, ты знаешь, я когда в свои выходные, вот я тебе рассказывала эту историю, просыпаюсь с утра, я собираю заказы, кому что приготовить. Муж хочет, там, например, борщ, младший сын всегда говорит, мам, пирог приготовишь, кто-то хочет блины. В общем, этот набор просто идеален для моей семьи. То есть при помощи этого набора я могу удовлетворить желания всех абсолютных членов семьи. Абсолютно верно. Теперь внимание. С каменной крошкой вы получаете полную комплектацию, которая позволяет вам жарить, тушить, томить. Самое главное, что легко ухаживать за этой посудой. Еще в качестве дополнения здесь есть очень удобная функция, которая позволяет легко отмывать даже снаружи, потому что каменная крошка нанесена даже по бокам и даже на дне. Начинаем нашу презентацию, например, вот с этого противня. Друзья мои, что мне нравится? Каменная крошка у каждого предмета позволяет нам создать идеальную корочку, а значит весь сок будет оставаться внутри. Кроме того, использовать даже, например, ножи, потому что если бы это был тефлон, мы могли бы поцарапать. Здесь, деликатно отрезая, у вас получится идеальный результат, и при этом вы посуду не испортите, потому что это отечественный бренд. Смотрите, друзья мои, вот она. Сок весь остался внутри. А теперь смотрите, я хочу показать. С этой стороны корочка, с этой стороны корочка. Корочка, с этой стороны корочка, отправили в духовку. Благодаря правильному материалу, каменному покрытию, природному, мы создали идеальный результат. Идеальный результат. Огромный кусок мяса, да еще и множество фруктов. Я не знала, что с апельсинами. С апельсинами мясо вообще с фруктами идеально сочетается. Вот, будем знать на будущее. Теперь смотрите. Вы сегодня получаете целый комплект, который подходит абсолютно, ну, вот для всех, для всех вариантов еды. Смотрите, например, блинная сковорода. Для того, чтобы приготовить вкуснейшие блины. Здесь у нас, не забывайте, каменное покрытие. А далее, смотрите, 22 сантиметра в диаметре. Вот такой у нас есть вариант в виде формы для выпечки. 28 сантиметров в диаметре. Вот, кстати, форма мне понравилась больше всего в нашем наборе, потому что, во-первых, здесь ничего не прилипает. Мы сейчас вам покажем это еще раз. И, во-вторых, она огромная. Моя форма для выпечки круглая, она, к сожалению, поменьше. 28 сантиметров. Далее, сковорода, сотейник. Люблю сковородки с высоким бортом. Вместе с крышкой бренд Жарко также вам предлагает заполучить в комплекте и кастрюлю объемом 3,5 литра, тоже с крышкой. Знаете, что мне еще нравится? Что крышка у нас здесь подходит и для кастрюли, и для сковороды. Все это целый набор. Мраморная крошка. Последняя цена. 1999 рублей. Так, стоп. Многие из вас уже звонят в колл-центр и говорят, так, за 2000 рублей что конкретно я могу из этого набора приобрести? Это целый набор. Ничего дополнительно покупать не нужно. Вот это все от российского производителя, от бренда Жарко с каменным покрытием для вас с сумасшедшей скидкой. Кстати, успейте. Друзья мои, Оля правильно сказала, отечественный производитель, компания Жарко. А теперь, внимание, переходим на завод-изготовитель. Что такое Жарко? Это 10-кратный контроль качества на каждом производстве. Здесь изготавливают вручную очень многие предметы. Самое главное, здесь контролируют и создают прямо на этом заводе. Самое главное, что не заказывают никаких дополнительных, материалов из Китая. Все это отечественные производители. Кстати, линия здесь установлена итальянская, чтобы наносить антипригарное покрытие. Теперь, кстати, обязательно поговорим о антипригарном покрытии, в чем его преимущество и чем принципиально отличается от другого. Хорошо. Показываю. В качестве сравнения, друзья мои, обычно тефлоновые, они хороши. Но помните такой случай? Показываю. Когда вы жарите, и у вас со временем получается, вот видите, черное, это тефлон. Он попадает в пищу. Вы стерли это. Эта сковородка никуда не годится. В чем преимущество каменного покрытия? Это полностью природный материал. Самое главное, что когда вы закладываете, например, какую-нибудь еду, во-первых, уже происходит равномерное распределение тепла. А теперь посмотрим. Нет ни капельки масла. Я еще раз напоминаю, что вот такая крошка природная здесь нанесена. Смотрите.
Быстро распределилось тепло, мгновенно получилась корочка. Самое главное, где бы вы ни жарили, с каждой стороны обязательно будет прожарено. А теперь минуточку внимания, я просто хочу показать. Смотрите, нет ни капельки масла, я просто приподнимаю, что здесь абсолютно ничего не пригорает. Без масла яйцо я готовил. Вы видите? Одно движение, и наша сковородка, вернее, она уже ваша, из нашего комплекта, уже у вас дома. Показывай. Тебе лишь бы посуду. Нет, я просто хочу показать, даже. Нет, а на самом деле облегчение. Когда я начинал, между прочим, поваром, я работал на мойке в 93-м году. То есть тебе так надоело мыть посуду, что теперь ты выбираешь такое качество, которое, по сути дела, и отмывать не нужно. Итак, давайте поговорим теперь о кастрюле, которая идет в комплектации. Мне нравится то, что кастрюля здесь идеально. Настолько она имеет объем 3,5 литра, но при этом, друзья мои, если вы посмотрите, она имеет специально широкую форму. То есть если в качестве сравнения посмотреть с другими кастрюлями, высота этой кастрюли, давайте посмотрим, практически 10 сантиметров. Это сделано для того, чтобы вы можете разместить большое количество перцев, к примеру, перцы поставить друг с другом, и они у вас будут легко очень томиться. Теперь о вместительности. Смотрите, я приготовил здесь картошку совместно с курицей, или можно сделать жаркое баранье. Самое главное, что здесь можно тушить вместе с томатным соусом. У вас абсолютно никогда ничего не пригорит. Это тоже очень хорошо. Боже, ну и, конечно же, очень легко за этой посудой. Бери вторую тарелку, не хватит. Не, я просто качественный пример, я не буду все выкладывать. Смотрите, вот она. Это только мы часть положили. Слушай, себя накормишь, семью накормишь, да еще и соседей позовешь на вкусный ужин. Вот такой вот объем только одной кастрюли. Но у нас же в комплекте целый набор. Вот тот необходимый минимум, который должен быть на каждой кухне. Минимум из специального покрытия. Друзья, многие думают, что это за цена 1999 рублей за 5 предметов. Может быть, в магазинах будет дешевле. Сотни капсул. Хорошо, мы пойдем в магазин. Что так мы видим? Например, блиница стоит 1000 рублей. Сотейник 24 сантиметра, 1500. Кастрюля 3,5 литра будет стоить 2000 рублей. Это как-то несерьезно. А еще прекрасно. Красная форма тоже идет в комплектации. Диаметром 28 сантиметров. Кстати, у нас там хороший пирог готовит. Вот, друзья, смотрите, выгода ваша сегодняшнего дня минимум 3500 рублей. Смотрите, если сегодня, вот Олег Сотников сегодня решил забрать этот набор себе на дачу. Там он еще кухню поставил новую. Недавно они решили туда переехать, прям на не все. Не новое, но так нормально. Как не новое? Ты же на магазине заказывал. Ну да. Ну вот, друзья, смотрите, он берет один набор, я возьму один набор. И получится у нас совместная бесплатная доставка. Еще раз, если не совсем поняли, смотрите, сегодня на нашем телеканале действует бесплатная доставка от 3990 рублей. Поэтому если вы закажете сразу два набора, получится бесплатная доставка за счет телеканала Шоп-н-Шоу.